XX, с вами Белевикс, всем привет, и с вами я, Алиса, с канала Белевикс, это понятно, и я решила, почему бы не записать влог, потому что я сейчас нахожусь в аэропорту, и я еду во Францию, и это хороший повод снять что-то такое для вас из моей жизни, хотя я это не умею снимать. Ну ладно, давайте все-таки посмотрим, что я там поснимала. Я делала очки, татушка. А мы уже в самолете. Еще чуть-чуть и долетим. Итак, мы сейчас приехали уже домой, к себе. Я вышла на балкон, и здесь идет дождь. Что ж, сегодня у нас планы такие: поехать по магазинам. Шопинг, шопинг, шопинг. Понятно. Между прочим, это видео я снимала в январе 2016 года, а сейчас уже февраль 2017, беспредел. Вот так вот валяются у меня видео в компе. О. На дворе январь, и вода в море очень холодная, но если вы морж, то вы могли бы и поплавать. Иногда я так и делаю, но так как я сейчас в машине, не вариант, и я не хочу болеть. Находимся мы в Антибах, и сейчас посетим магазин Макси Базар. Вот сейчас зашли в магазинчик, сейчас вам покажу, что здесь есть такое из Monster High. Вот, как мы видим, здесь такая уцененка, минус 50% на все игрушки. Здесь есть Барби, причем они говорят. Давайте послушаем. Малибу, Малибу. И из Monster High здесь есть 3 Джейн Буллета. Вот. Смотрите, цена 15 евро. Я так понимаю, это уже со скидкой, а может быть еще минус 50%. А сейчас мы с вами зайдем в магазин Maxi Toys. Так, смотрите, я нашла новых кукол именно из Frozen. Я вообще в шоке, что их здесь увидела. Цена 20 евро. Эльза и Анна. Ну что, довольно симпатичные куколки. А вот я вижу Monster High, в основном Гулиопа по 40 евро, и куколки Серегрецкий Рериф, и больше нет кукол. Да, что-то как-то не густо. И такие здесь есть теберяшки, их очень мало, и огромные цены, просто безумно дорогие куколки. А еще здесь есть по 35 евро куколки Винкс из серии Баттерфликс. Боже, флоры прекрасные, мне это так нравится, безумно, какие крылья, вообще. Кардос. Сейчас мы зашли в казино, и нет, это не место, где играют на деньги, нет. Это магазин, продуктовый магазин, где находится и одежда, и игрушки. Итак, вот данное дело, сами посмотрите, что здесь есть. Кстати, Фрэнки ничего, бюджетная, но ее цена, по-моему, 20 евро. Ого, слишком дорого, я бы сказала так. И вот продолжение. Недалеко, ну здесь станция Фрэнки, в других магазинах этого нет. И вот внизу, сами посмотрите, что есть, Нью-Йорк, Фрюдишик. Кстати, хочу сказать, что мы только что были на улице, и там где-то то ли в каком-то магазине, то ли в каком-то складе был пожар. Очень было много полиции и пожарников. То чувство, когда тебе скучно в магазине, ты снимаешь видео. Я нашла макарони, боже мой, я их просто обожаю. А какое у вас любимое блюдо или же еда? Напишите в комментарии, я все прочитаю. Здесь еще нашли пончики, мяу-мяу, и маффины. Начиная с 13 февраля на берегах Средиземного моря бросает якорь 83-й фестиваль лимонов, и в этом году он посвящен золотому веку итальянского кино. Собственно, сейчас мы едем в Мэнтон, чтобы посмотреть, что это за праздник и с чем его едят. Дорога занимает минут 15, ну или же на крайний случай полчаса. А сейчас мы идем на фестиваль лимонов в Мэнтоне, и мы будем снимать там видео. А вот сейчас мы предприниматели, которые в 20-е годы прошли местные власти стали полезными. Лимонов и апельсинов.
закончилось шествие в Мэнтоне, и мы поедем домой. Было очень все круто, мне понравилось. Но единственное, что я была одета довольно легко, в одном свитшоте и в кофточке, поэтому мне было очень холодно. Вот, будем знать, что одевать в следующий раз. Сейчас домой, поехали. По дороге домой мы встречаем закат, и это все очень красиво. Еще мы заехали в Монако, и вот такие вот небоскребы тут есть. Сейчас мы с вами зайдем в парфюмерию Фрагонар. Здесь и изготовляют, и продают духи. Оп. И периодически я покупаю там разные ароматы, особенно в Густамбе. Это мой самый любимый запах. Если вы любите выкладывать какие-то фотографии в Инстаграм или вообще в социальную сеть, то это место серьезно для вас. Здесь очень много интересного интерьера, что можно пофотографировать и повыкладывать в социальную сеть. Кря-кря, уточка. Так мило. А вот эти духи, они вообще кайфовые, обожаю их. Очень приятно пахнет. А сейчас мы с вами будем снимать что? Это Monster Chef, часть 2. Вместе с монстяшками. XX, с вами Беливикс. Всем привет! Во-первых, я хочу извиниться за мое отсутствие, ну или же наоборот присутствие. А во-вторых, сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. И я поздравляю вас с этим праздником. И почему бы нам не сделать своими руками что-нибудь вкусненькое? Поэтому сегодня у нас второй выпуск шоу «Монстр Шеф». И сегодня мы с вами будем готовить шоколадные конфеты в форме сердечек, чтобы порадовать своих близких, ну и себя любимых. И помогать нам будут Катрин Демяу, Кэти Нуар и две сестрички из Ever After High, Холли и Поппи. Необходимые ингредиенты. Это шоколад, может быть горький или же молочный, все зависит от вас. И растительное масло. Первое, что нам нужно, это разломать шоколад, чтобы он побыстрее растворился. Далее кладем шоколад в кастрюльку и каждые 2 минуты помешиваем. В сухую и чистую посуду, кастрюлю, миску или стакан укладываем наши подготовленные кусочки. Емкость устанавливаем на водяную баню, но так, чтобы емкость с шоколадом не прикасалась воды. Перемешивая, создаем равномерную тепловую обработку шоколадной массы. Внимание! 50 градусов – это максимальная температура топления шоколада. Перемешиваем массу. Доводим до однородности примерно 8-10 минут. Я добавляю в шоколад растительное масло без запаха или же сливочное масло, чтобы получить более жидкую консистенцию. Когда шоколад растопится полностью, его снимают с паровой бани и уже используют по предназначению. Через 15 минут шоколад растоплен. Далее разливаем полученную сладкую массу по формочкам и вперед. У меня приготовлены формочки в виде праздничных сердечек. Сейчас мы залили наш шоколад в формочки, и следующий шаг – это укладка наших формочек в холодильник. Спустя 15 минут мы вынули эту формочку из холодильника, и теперь выдавливаем наши конфетки. Вот и наш результат. Получилось довольно стильно, модно и аккуратненько. Надеюсь, и вкусненько. А сейчас, если вы очень голодные, то лучше бы поставить на паузу, покушать и прийти посмотреть. Ладно, пробуем.
Вкусно. Вообще, крутяк. Delicious. Какие еще слова-то подобрать? Очень круто. Обязательно попробуйте. А эти сердечки я дарю вам, мои дорогие зрители. На этом вторая часть шоу «Монстр Шеф» подходит к концу. Ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно напиши в комментарии, как тебе видео. Надеюсь, что следующий наш «Монстр Шеф» эксперимент – это вот такие вот сладенькие яблочки в карамельной глазури. А я жду ваших отзывов и желаю вам удачных и шоколадных экспериментов. Я вас всех очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока. К большому сожалению, на этом мой первый влог подходит к концу. Ставь лайк, если он тебе понравился, и напиши в комментарии, ждешь ли ты продолжение или что-то новенькое от меня. Всех вас очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока.